Итак, здравствуйте все те, кто смотрит данное видео вместе со мной и смотрит меня. С вами Тимон и Forest 2, то бишь Лес 2. Ну, я как нормальный человек начал со второго играть, и поэтому потом поищу первый. Но сначала я буду все-таки со второго играть. И как бы я много чего еще могу сказать и хотел бы сказать, но чтобы, так сказать... В общем, много чего сказать, чтобы не терять времени. А я думаю, нажмем плау все-таки. Часть первая, вторая, третья и неизвестная. Ну ладно, давайте начнем с части первой, потому что остальные у нас заблокированы. И просто игра не дает нам, так сказать, развлечься на полную катушку по хардкору последнюю часть. Но я не знаю, почему здесь стоят знаки вопроса, потому что это на самом деле как-то ненормально будет, если идет часть первая, часть вторая, часть третья и часть неизвестная. И правда, что же у нас идет после трех? Я просто вот сейчас с математикой капец как не дружу. Вот даже не знаю, что может идти после цифры 3. Ладно, с этим мы разберемся в цифре 1. И потихоньку начнем. Вот здесь палатка нарисована, домик. Да. Так. Так, прыгать не умею. Взаимодействие не знаю. Так, ходить умею. Бегать тоже умею, но фонариком я... С фонариком кривой, так. О, что-то меня шатает. Звезды! Звезды, это хорошо. Звезды. Может, увидим эту большую... Воу! Луна. Звезды? Ну, звезды. Там большая медведица, малая медведица. Ух, ё-моё! Какого черта? Что тебе здесь надо-то? Уйди ты нафиг! Какого ты... Это как? Это что? Что? Вот помните девушку? Да, вот вы же смотрели этот весь... Очень страшное кино или как-то там, или что-то что-то страшное. В общем, там девушка из телевизора выползала. Вот, мне кажется, она пришла в мой ноутбук. Класс. Замечательно. Это... Я как-то... О! Там либо камень, либо палатка. Если там палатка, я там спрячусь. Ладно, хорошо. Я что-то совсем не догоняю, что здесь надо делать. Пенек квадратный. Это хорошо. Пеньки всегда квадратные. Я просто как в лес не приду за малиной. Вот, и там просто пеньки квадратные стоят все время, я говорю, о! Я по-любому... Какого... Уйди от меня! Какого черта, что тебе здесь надо? Почему у тебя... Что ты серая? Зачем у тебя... Вы видели ее, да? Вы видели? Самое забавное, в этой игре нельзя сохраняться. Поэтому я сразу, game over. Конечно. Я просто... Как... Такой, как самый гениальный человек. Давай в настройки залезем, может. А, ну, в принципе, да, я так и думал. Вы это видели. Снова с части первой. Я надеюсь, он так быстро не появится опять, пока буду разбираться в настройках. Девушка, женщина, с вами все хорошо? Вы не появитесь, да? Я просто это... Боюсь вас. Вы... Я не боюсь, все, у меня фонарик есть, я буду защищаться. Вы боитесь света, я... Это мое чисто предположение, моя теория, и как бы... Так, ну, по крайней мере, теперь я понял, мне нельзя идти... Стоп, а мне вон туда-то можно, да? В общем, мне нельзя идти в решетку, там... О, записка! Ну да, замечательно просто. Это... Стоп! Я согласен. А, это девушки говорят, стоп! Девушка, я с вами... А можно собирать... Вот я тупик. Сначала собрал вторую, потом... Ага. Так. Воу! Девушка, вы чего? Вы это... Как бы я вас не боюсь. Вы меня не съедите. Чё... Что за персонаж такой? Бегай уже. И фонариком уже не тряси, ты знаешь, как это опасно, между прочим, как я от нее отбиваться-то буду? Так, ну ее нет, я знаю. Девушки, это самый, в белом. Нет. Немножко проспойлерю, это отсылка к сверхъестественному первой серии первого сезона. Так, ладно. Так, ну ты это... И чего мне, ключ надо найти, типа? Я нашел тебе записки, ты давай, это самое... Блин, меня камень напугал сейчас. Я сейчас думаю, блин, это камень или ведьма. В чем сделать-то вообще? Нам мне от нее спастись надо или что? Или мне ее... Это... Мне от нее что-то надо, может? Я не знаю, просто не понимаю. Ну ладно.
Ну, это часть первая, и как бы я просто не знаю, что. Просто если первая такая на самом деле жуткая, что. О! Амбар, ну замечательно. А, не, на самом деле замечательно, здесь спрятаться могу. Ключ, может, здесь найду. Да. Ключи. X. X крестиков. В смысле, X кейс. Я понял. Так. Надеюсь, если я помру. Ну, я в смысле, я надеюсь, что я не помру, но все-таки, если я помру, надеюсь, здесь ничего не... Какого черта? Иди ты нафиг. Да, твою мать, как? Что? И что у тебя с волосами? Где твое лицо? Фух, ладно. Я сделаю это, я могу. Я бесстрашный, я... Это лес, это всего лишь лес. Подумаешь, бумажки, девушка, часть первая, лес. Ну, нормально, все хорошо. Палатка. А вообще, откуда она знает, что я здесь хожу, а? Это вообще нечестно по отношению ко мне, между прочим. Ходит тут, говорит, мое это, мое, какое это твое, между прочим, я там для тебя это, художество собираю, там, двери открываю, а ты как-то ходишь, ну, и, кстати, она реактивная какая-то, на самом деле. Быстрая и скоростная. Что на самом деле пугает, потому что от нее фиг убежишь еще. Надо идти вперед светить и бежать. А как я это буду и то делать, если... Да, листочки не поменялись, и это хорошо. Как я буду светить на нее, если... Один из трех, да? Замечательно. Так. Турн. Ладно. И рун. Давайте. Турн и рун отсюда. Или, ну, а кому-нибудь ран. Кто как любит произносить, это уже, так сказать, для каждого... Для каждого свое. Ключи и все. Ключи какие-то странные, правда. Давай. Все, я... Так. Ну, по крайней мере, теперь я знаю, что она... шипит, когда самый. Я, правда, не понимаю одного, как фонарик может шипеть. Вот вообще как-то нелогично. Плохо, что вот здесь, опять же, повторюсь, что здесь сохраняться нельзя и. О, а звезды я все равно вижу. Видите, даже когда фонарик у меня выключен, да, вот. Ну, не выключен, а как бы. О, все. Я смог. Вау. Ну, ладно. Так, все, я победил. Я смог. Так, давайте. О, мост. Ну, слава богу. Это мост, в принципе. Большое темное пространство. Какой-то мост из дерева, в принципе, в лесу над непонятной рекой. Что может случиться плохого, правда ведь? Ничего же не может случиться плохого. Если я пойду по тропинке, допустим, никого не трогая, буду просто освещать стороны, и ничего со мной не случится, я выживу. Он тут опять пеньки, видите, да? То есть, как бы, ничего страшного. Когда есть пенек, я могу обороняться фонариком. Просто это... Я понимаю, что это не логи... Блин. Камень, не пугай меня так. Я думал, вот это ведьма растет из земли. Так. Это... А, это забор. Блин, я сейчас всего тут буду пугаться. Вы чего это? Уберите ее. Вон-то... О! Мост. Вот это я типа крюк сделал, что ли, или это другой мост? Не, по-моему, это другой мост. Ну, хотя я там, когда шел по мосту, я наверх на самом деле не смотрел, поэтому не знаю, есть ли у того моста крыша. Но я могу предположить, что нет, потому что это другой мост. Потому что я сейчас, походу, к нему поднимаюсь. Или не к нему. Да фиг его знает. Нелогично как. Так. О, так. Ну, ладно, давайте. У меня сегодня просто мания мостов. Просто я... А хотя, что по мостам-то, я же не смогу убежать, если... О! Класс! Ключи! Можно в сарай запрусь и... Все. Так, ну допустим... Допустим туда. Я, по крайней мере, усталости, похоже, не чувствую. Что, в принципе, мне в плюс, но... Бедро? А, пенек. Ну ладно. Ну, хотя было бы, на самом деле, нелогично... Это дерево или... Или она... О! О, там выход! Там этот! Там здание! Фу, там сарай! Ща я его отопру, так смотри, ща я его отопру, да, там этот обед. А, вы думали, я скажу, там женщина, да? Не, нифига, ее там не будет. Ее там не будет, там будет... Ну, там будет сарай, в общем, вот что будет в сарае, я сейчас узнаю. О, бензин.
Дизель это, а не бензин. Вы чем тут врете-то? Не это. Это вообще просто, просто дизельное топливо. Не может быть. Еще сейчас соберу это машинное масло и для полной коллекции и поеду в нем. Ага, а откуда пришел-то? Куда мне идти-то? Оу! Пошла ты, блин! Куда бежать-то, блин? Что? Мужчина, что вы такой кривой? Почему вы не умеете нормально бегать? Держать фонарик? Что вы за человек-то такой? Вообще в горку поднимись нормально уже. Вон, пеньки там как раз. Они останавливают, я знаю. Может, не развернуться, что ли? Так я что-то как-то не хочу на самом деле. Так. А, ее там нет, что я боюсь? Кого я боюсь вообще это? Подумаешь, ну девочка, ну в платье в белом, ну опоздала на выпускное, что я? Я здесь при чем? Я вообще не при чем, я вообще не при делах. Я вообще грибник. Так что не надо мне тут. Это дерево, да? Я надеюсь, это дерево? Да, это дерево. Блин. У меня явно где-то здесь машина припрятана. Я вот серьезно, я же не зря просто дизельное топливо нашел. Сейчас приду, а там этот, скажите, комбайн какой-нибудь стоит. Или трактор какой-нибудь. Или что-нибудь еще. Ну, в общем, что-то в этом роде. По-любому. Потому что я же мужик медлительный, значит, у меня и транспорт должен, по идее, медлительный. Ну, что-нибудь из советских, так сказать, времен. Так, это... А, это я здесь был. А вот здесь она была. Я там был, она здесь была, видите, да? Вот. Так что я так полагаю, у меня туда, где она, потому что она мне просто, наверное, не дает пройти. Что самое забавное, я теперь не знаю, мне надо искать листочки или не надо, потому что... О, это скачечный камень, видите, да? Там, где, ну, помните, направо пойдешь, налево пойдешь, там... Ну, в общем, гусей лебедей найдешь. Ну, я не помню, как там правильно говорится в сказке. Воу! Как? Вот это, блин! Это что сейчас было? Как так-то? А, я не понимаю просто. Так, ну, надеюсь, я дошел до второй части или я не дошел? Дайте плей. А, ну, все правильно, да. Да, я дошел до второй части. А потом бот. Ну, вы видите. И все-таки я не понимаю, как разработчики считают, они до трех что-то умеют считать, а потом рисовать картинку? Так, ладно, давайте по логике. Это палатка, я из нее ушел. Это мост. Или не мост, или пристань. В общем, я здесь либо был, либо не был. Вот вся логика. А потом в конце будет, не знаю, тоже мост, дом, что, сарай, не знаю. В общем... До этого будет вот это, а потом будет вот это. Надеюсь, вы видите мою мышь. Просто я не помню. Ладно, давайте начнем. Так. Фух, да. Нормально. На часах 3:40 ночи, а я сижу хоррор снимаю. Ну, замечательно. Вот те люди, как люди. Все себе вот сейчас сидят, соседи и спят. А я тут сижу, между прочим, пугаюсь, серу как ненормальный. И не помню, где дизель лежит. О, как-то здесь все поменялось на самом-то деле. Что-то... А ничего не поменялось, вон у меня это. Жите. Хата моя. А чё, моя хата с краю. Я ж говорил, у меня будет это масло, видите, я же подобрал. Оли Лукоя вот это. Вот это самое. Ладно, я теперь тогда получается... Я не удивлюсь, если мне сейчас машину по запчастям надо будет собирать. Отдельно масло, отдельно бензин, отдельно ключи, отдельно колеса. Причем каждая, этот самый, 4 части, 4 колеса, значит, в первой части была передняя левая или передняя правая, не знаю. Ну или запаска. Вот. Ну, с тем, что сейчас корыто какое-нибудь найду и уеду отсюда нафиг. На масле причем, если не найду этот дизель. Так. Я не понимаю, ведь... Ветер он все-таки предупреждает, что она рядом или нет? Или он все время дует? Я просто не помню. Ну, в том, что ветер не всегда есть хорошо, на самом деле. Я сколько не этой дамочки боюсь, сколько сейчас... А, во, кстати, мост. Да, мне туда все. Я вот сейчас, не знаю, почему я такой медлительный, мне бы разобраться. Да. Почему в хоррорах у людей нет ног? Мне вот это объясните. И чем я шебуршу по траве, если я такой... Такой, это... Шебурш. Ну вы поняли. Шерстяной, в общем. Шелестю много. Шелестю. Ну. О! Воу!
Не надо мне тут это самое. Завывание ветров. Вы чего? Так, о! О! Что здесь-то у нас теперь? Ну, как-то нелогично. До этого здесь... До этого здесь, или не здесь, был бензин. Теперь внизу масло, здесь ключи. Причем ключи какие-то, они, знаете, дверные, по-моему, а не автомобильные. Я хочу уехать отсюда, я хочу отсюда уйти, я хочу отсюда выбраться, не знаю. Ну, хотя, судя по третьей картинке, вот на самом деле, по третьей части, если вы, допустим, обратили на это внимание, у меня теперь есть, конечно, мысль, немножко дурацкая и непонятная, но... Не зря же там была нарисована всеми любимая звездочка красная в красном кружочке. Все правильно, да? Все же знают, зачем она. Естественно, она либо призывать, либо изгонять. Странно. Ну, ладно. Так. Получается, мне надо изгнать вот эту девочку. Ух, ё-моё. Как здесь все нехорошо. О! Во! Так, я сейчас применю ключи. Я сейчас... Так, о! О! А, ну вот, я, видно, накосячил тогда. Ну, с одной стороны, хорошо, на самом деле, что я помер. Потому что... Как бы, если бы я не помер, я бы не нашел масла. Если бы я не нашел масла, я бы не завел тачку. Если бы я не завел тачку, я бы умер. Так, хотя я в любом случае... В прошлые разы умер, так что это сути дела, так сказать, не меняет. А звезды есть? А, звезды есть, да. А то я уж напугался, если звезд нету, все. Этот. Моя жизнь закончится на этом, прервется. Я же так и не увижу в игре медведицу там. И, в общем, а, я вон туда пойду, налево, пожалуй. Так. Мне, надеюсь, мне показалось. Так, надеюсь, мне показалось, и там никто не это самый. Так, не дышит. Ладно, я налево. В горку это всегда хорошо, знаете. Просто... Так. Показалось. Ну, хотя, если бы мне не показалось, я бы давно уже был съеден, на самом деле. Что? Какого черта? А как его определять-то вообще? И че, я каждый вот раз должен идти и крутиться, как колобок, что ли? На самом-то деле, че? Ладно, мне сейчас стало проще, потому что я открыл... вторую часть, как бы, данной игры, так как их три с какой-то другой частью, как видите вот здесь вот. И я, пожалуй, в следующей серии, наверное, уже начну. Сейчас соберу, посмотрю, у меня что в кладовке есть из автомобильных запчастей, и придумаю, как мне все-таки научусь собирать автомобиль вручную. Чтобы уехать, блин, вот это... Я не знаю, что вот... Если кто еще, вдруг кто-нибудь может знает, ну, на всякий случай, я все понимаю, у каждого свое хобби там в жизни. Вдруг, если кто знает, как точно изгонять привидений, вы мне там напишите, что мне требуется, кроме пентаграммы в комментариях. А то вдруг я что неправильно сделаю, может мне... Что надо-то? Может мне с ним поговорить просто надо, она уйдет. А я хоп и в обморок падаю, шут. Или умираю, не знаю. В общем, я просто не знаю, что с ней делать. Я как... Вот что... Может пойти фильм пересмотреть, что там с ней было в телевизоре. Я, может, там поможет. Потому что, на самом деле, я его толком не помню. Я помню из этого фильма только одно. Она вылезала из телевизора. И, кстати, из колодца, на самом деле. Вот. Который, кстати, у нас тоже имеется на канале. Советую смотреть. Вам понравится. В общем, я не знаю, как, так сказать, объяснить вам эту концовку данной игры. Ну, точнее, концовку данной серии. Поэтому... Скажу вкратце. Увидимся в следующей серии. С вами был Тимон. Пока.